Всем привет. Что-то, блядь, вообще никакого желания нет сегодня играть в эту игру. И вообще когда-либо в нее играть. Что-то нихуя не понял. Что со звуком? Почему я ничего не слышу? А, не, все нормально. Пёрдывание хуёвых наушников слышно. Значит, все нормально. Мне вот интересно, чё... Вот мне интересно, вот мне Steam пишет. Играть в Digital Artwork and Mini Soundtrack. Что ж там такое-то? Чего? Здорово, Пегас. Угадай, что я запустил. Это типа награда за предзаказ, что ли? Ладно, это потом, после прохождения надо посмотреть. Я боюсь, тут будут спойлеры лютые. Короче, просто понимаешь, когда в Steam нажимаешь «Играть», тут два варианта. Либо играть в Sekiro, либо играть в Digital Artwork. Играть в Digital Artwork и мини-саундтрек. Вероятно, игра была неправильно закрыта, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Красные глаза. Враги с красными глазами. Это, видимо, про меня. Я не помню, когда у меня последний раз были не красные глаза. Продолжаем всю ту же замечательную тактику, потому что других вариантов у меня просто нету. А 800-го раза оно получится. Я просто в ахуе. Либо меня... Бывает такое, что враги не видят просто меня, блядь, в упор проходящего. А эти мистеры жорки и глаза меня каким-то образом, блядь, видят с километра, нахуй. А, все, я понял. Я понял, как проходить этот фрагмент. Блять, и он мажет в него, да ты, сука, рофлишь. Да ёб твой. Ой, хорошо. Давай, блядь, чё ж ты, сука? Пидорас. Так, ладно. Один раз есть. Бля, как я обожаю парирование в этой игре, которые не работают. Нахера им работать, правда?
Нет, третий... У этого точно третьей фазы не будет, это 100%. Ого! Блять. Мне нравится, как вот этот чувак его отдернул, и наш уважаемый ниндзя даже не пытается там упасть куда-то, в бок, влево, вправо. Нет, он стоит, блять, и ждет, пока этот хер к нему присунет свою дуло. Не, объясните, пожалуйста, блять, откуда такой урон по мне? Блять, он же меня просто дубинкой железной бьет, блять. В Bloodborne, сука, гигантские эти носороги, хотел сказать, вервольфы меня били, блять, когтями, у меня меньше, блять, урона носился. Что такое, блять? Я опять что-то не знаю, опять что-то не прокачал, я вроде... Не знаю, здесь нельзя прокачать броню. Ее здесь тупо нету. Я не нажимал. Я не нажимал сейчас эту кнопку. Я сейчас эту кнопку не нажимал. Я подошел к нему сзади, блядь, тупорылый, ты кусок дерьма, блядь, на разработчике. Ждем, короче, просто, пусть убивает. Я в ахуе с этой игры. Я просто в ахуе с этой игры. То есть эта игра, в принципе, в ней запрещено бить со спины. В ней нужно бить только тогда, когда появляется красное очко. Только, блядь, тогда надо бить. Вот, я сейчас был со спины, красное очко, блядь, появилось тогда, когда он уже развернулся. Охуительно, блядь, пизда тише сделано. Как здесь начать с контрольной точки? Просто, чтобы не тянуть время. Блядь, и они меня, сука, вот... вот. Даже не в главное меню возвращают. Херачат мне вот все вот эти вот заставки. Охуительно, охуительно сделал. Шел... Сейчас, что там? Март 2019 года игра вышла, вот, блядь, 10 дней назад. А! Вот так вот, вот так вот. Не, ну это, в принципе, логично. Но... Да убей ты меня, что ж ты за тупорылый ты такой? От кого тут убиться можно быстро? Я уже засрал этот рай. О, хорошо, хорошо. Хорошо, палочка меня так. Причем он даже не особо замахивается, он просто вох, вох, и все. И балла нет. Невидимая помощь на 29 монет.
как это работает, как в игре вообще это работает. Что есть стелс в этой игре, мне просто интересно. Только в кусты или все-таки, я не знаю... Я специально даже палец отвожу, чтобы, не дай бог, он сам в зомби не превратился. Охуительно. Пакир был пьян, фокус не удался. Я хотел подлететь четко ему за спину. Все шумань. Я забыл, что нельзя тут прыгать. Так, нормально, нормально. Вообще похеру. И сразу идем воевать с этим. Что произошло? Что произошло? Что, блядь, сейчас опять произошло? Почему у меня персонаж сейчас встал? Он просто встал и перестал двигаться. Ладно, пора прекращать гореть с этой игры. Я понял, что конченые ебанаты были, которые делали, я не знаю, как это правильно назвать, механику или... Даже не хитбокс, не в хитбоксах проблема. Я хуй знает вообще в чем. Фигас, ты вообще здесь еще? Я перестаю гореть на эту игру. Я понимаю. Я осознал ее. То есть, либо она настолько кривая, что, ну, я не знаю, там кнопки не работают, или персонаж застревает в болоте, или еще что-то. Либо ее делали для тех, кто является киберспортивным игроком в, не знаю, Street Fighter 5, где слова «да я же жал» не работают, там нужен идеальный тайминг для любого действия. Вот, может быть, тут тоже просто нужен идеальный тайминг, там, то есть реально пиксель попадать. С окном в 0,01 секунды. Меньше, чем кадр игровой. Вот мне интересно, вот я здесь хожу, вот хожу.
Вот он меня не видит. То есть даже желтая полоска не появляется. Желтая полоска агрессии. Не появляется. Не появляется, не появляется. Вот я хожу, вот ему вообще похуй. Но стоит мне. Стоит мне, блядь. Тут он тоже меня не видит. Окей. При этом я от него отдаляюсь, как бы. Да у меня нет сюрикена, он куда-то пропал. Я так нихера и не понял, как работает смена оружия в этой игре. Вот как бы сюрикен, он как бы есть. Y, господи, я забыл про то, что у меня существует эта кнопка на геймпаде. Нет, это бесполезно. Давай лучше я останусь в той же тактике, которая есть. Вот, вот я тут хожу, ему похуй. Вот, просто обратите внимание. Видите, вот ему похуй. Похуй, ему похуй. Вот я также вот, не вставая, аккуратненько, то есть... Поэтому я сейчас за деревом. Оба! И он меня... И он сразу в красную, то есть даже не желтая. Даже, блядь, не желтая, даже не подозрение, он сразу уже меня, блядь, видит. Блядь, Миядзаки, я, конечно, все понимаю, что первая игра со стелсом... Нет, это не скрипт. Первая игра со стелсом. И все прочее. Но ёбаный твой рот, сука. Но ты найми тогда нормальных людей. Найми нормальных людей. Нет, это не скрипт, еще раз повторяю. Я не буду объяснять почему, потому что это очевидно. Найми нормальных людей, возьми и... Господи, я хотел сказать Миядзаки на работу. Возьми на аутсорс этого... Как его, господи. Короля стелса, как его. Который гений. Ну, вы поняли, каком я, короче. Пусть он тебе там за 15 минут напишет скрипты для стелса. Или просто там скопирует из своей папочки там с первого Metal Gear Solid. Самого-самого первого. И вы вставите ее в эту игру, ну, блядь, ты... Ну не надо вот такие вот скрипты писать. Ну не надо, ты ёб твою мать. Опа. Это что такое? Шесатаке. Нет, это дохлый номер. Это дохлый номер, потому что там еще вот этот хер стоит, который тоже будет мешать. Хотя есть один вариант, то есть я по идее в идеале, какая схема? А, ничего там не лежит. Вот это ничего не лежит, это я уже взял. А, какая в идеале схема? Я должен как-то подобраться к этому чуваку со спины и отнять одно очко отнять со спины ему. Остается второе очко, когда я должен с ним драться. Второе очко. И эта драка, она должна происходить вот идеально вот на том участке, где он стоит, чтобы никто нас не спалил. Но это так не работает. Легко сказать. Потому что я не знаю, каким местным он видит. У него, понимаешь, у него вот два глаза. У него вот этого чувака у него два глаза. Один... Смотрит под 90 градусов налево. Вот так вот. То есть в мою сторону, где я стою. Причем вот идеально вот, я не знаю, в тонкую такую полосочку. И один глаз он смотрит вот этот вот островок на арене, блядь. Я не знаю просто, как это работает. То есть мне, знаете, вот иногда есть, допустим, у Valve в комментарии разработчиков, то, как они... То, как, короче, у врагов устроен взгляд. Например, там взгляд Труэлей. И там, короче, показывают, короче, на карте. На поверхности. Вот карту взгляда. То есть, вот прямоугольник. Как правило, это прямоугольник вот такой. Куда смотрит противник. И в этом прямоугольнике, типа, есть зеленая зона, где тебя... Ну, он даже не поворачивается. Желтая зона, где он такой... А, чё? И красная зона, где он вот тебя уже реально видит.
И на каждую зону есть какие-то свои уровни того, насколько ты палишься. Это, например, очень хорошо работает, реализовано... Точнее, там, конечно, криво реализовано в Скайриме, но это реализовано как-то в пользу игрока. То есть, если какая-то идиотская ситуация, где непонятно, как нужно построить вот эту схему вида, то тебя тупо чувак не видит. Без всяких там, я не знаю, видов сквозь стену или что-то подобное. То есть, это нормально прописано. Вот мне очень интересно посмотреть на эту карту в этой игре. Есть ли она вообще... Или у них просто рейндж какой-то там, а-ля радиус ближе, чем 50 метров, тебе видно, блять, как бы ты там стоишь, сидишь, неважно. А-ля. Что самое ужасное, я обойти его не смогу в любом случае. Тут как бы туман. Да, с этим чуваком в идеале можно драться вот в этом вот туннеле. В принципе, что он маленький, а чувак пытается от тебя на дистанции держаться. Как бы странно это ни звучало. Но все равно нужно что-то делать. Так я и действую, как в первый раз. Я единственный только вот сейчас момент интересный придумал. То, что можно, оказывается, вот использовать вот то дерево для перепрыжки. Ну, тут нет воды, тут яд. Это добро пожаловать, это местная цитадель Фарона. Как? Вот он меня сейчас спалил. Ну, заебись. Вот это рандом или что это? Вот я в прошлый раз так же прыгал. Одну секунду. Сейчас, короче, позавтракал курицей с чесночным соусом, одним из моих любимых. На вкус как будто бы я сырого мяса поел. При этом курица идеально прожарена. Я не знаю, почему такое ощущение. Точнее, так сказать, послевкусие, как будто бы сырого мяса поел. Не знаю, к чему я это, просто как-то разбавить охуительную атмосферу охуительной игры. Это еще к вопросу, почему вот меня некоторые спрашивают, хули ты там на хардкоре сразу, блядь, не играешь в игру, с которой я не знаком. Ну, блядь, может быть потому, что даже я устану смотреть на то, как я по 40 раз прохожу один и тот же фрагмент. Ведь это так весело смотреть, как стример проходит по 40 раз один и тот же фрагмент. Сложный, простой, неважно. Это же охуительно. Это же так весело. Давайте все будем играть на хардкоре и, блядь, я не знаю. Ладно, забейте. Я не понимаю, почему у меня перестало получаться это делать. Хер его знает вообще. Ладно, давайте попробуем повоевать с этим чуваком честно. А, нет, не получится, он сюда... Он тоже сюда прибежал. Да, ну я... А, я понял, что делать не так. Короче, сейчас будет пиксель-хантинг в игре 2019 года. А, ну... А, нет, стоп.
Я путаю понятия, нет. Чушь сказал, не слушайте меня. Надо прыгнуть вот так вот. Блять, я в первый раз так же приземлялся. Чё опять не так? Нет, первый раз было так же. Я четко прыгал с этого места. Там проблема в том, что вот с этого вот именно кусочка, я не знаю, моста, на котором стоит чувак, которого я убиваю первым, с него не допрыгнуть. Никак. А, есть еще такой вариант. Бля, если это тупо рандом, то... Печально! Печально, значит, если это тупо рандом. Тогда впору идти играть в ХС с такой удачей. Бля, я не знаю, в идеале даже этого чувака не стоит трогать. Но выбора у меня на самом деле нету. А! Я забыл. Я забыл его в зомби. Я не буду это комментировать. Я просто не буду это комментировать. Вот это я тоже не буду комментировать, когда ему просто похуй, просто стреляй мне в фузика. Ну стрельни мне в фузика. Бля, это так тупо выглядит. Пиздец, парирование просто не срабатывает. Оно просто, блядь, не срабатывает. Честно сказать, если бы меня никто не смотрел, я бы подрубил бы тренера на бессмертие. Это было бы честно. Но так как меня кто-то смотрит, я не буду этого делать. Точнее, на хп x50. Вот так вот. Чтобы была честная битва. Самое печальное, что даже убить этого челика, не вызвав агрессию у того челика, нельзя. Он все видит. Блять, пиздец. Вот я на
сотую долю пикселя, блядь, башка у меня вырезала. Бля, нахуй я сейчас возродился? Их двоих убить невозможно. Это даже можно не пытаться. Я не понял, он что, сейчас встал, что ли? Интересно, он подойдет или нет? Серьезно. Наверное, ветер. Блять, кто писал стелс для этой игры? Он гений. Вот, реально, Кодзима не гений. Вот этот человек настоящий гений, который прописывал этот стелс. Все или ничего? Я на самом деле думал, что это сделать нереально. А почему у него удар быстрее, чем у меня, хотя у меня катана, а у него вот этот понос огромный? Объясните, пожалуйста. А хотя нет, не объясняйте. Я знаю, что вы и так ебанаты. На разработчики. Что толку от ваших объяснений? Так, во-первых, пауза. Во-первых, пауза. Пауза, блядь. Убираем нахуй это дерьмо. Иначе это когда-нибудь мне потом аукнется сломанным геймпадом. Этот понос бесполезный. Эх, если бы удары... А хули он встал? А хули он встал?
Бля, охуенно на самом деле вот это вот сделали, то что пройти нельзя. Мега по-идиотски. По поводу убежать наверх, я понять не имею, это бессмысленно. У него очко восстановится, если я наверх убегу. Это абсолютно бессмысленное действие. И он меня спалил. Бля, можно туда проползти, не убивая этого чела? Мне вот интересно, если его не сагрить. Вот это очень интересный вопрос. Ясное дело, что я могу его убить, но только и, блядь, тратить сейчас 40 минут на... абсолютно дерьмово прописанного урода с кривой системой обнаружения. Толку вот сейчас мне на это время тратить? Блять, да хули ты встаешь-то постоянно? Ветер, наверное. Блять, кто писал тут? Ведь кто-то жалуется на Skyrim, там игра кривая. Нет, в принципе, конечно, Skyrim игра пиздец какая кривая, но вот это вот... это next level кривизны. Стелса. То есть они даже не пытаются ко мне подойти. То есть как в том же Скайриме, там пытались все-таки тебя найти. Прежде чем говорить ветер, наверное, там говорили, где ты? Бегали что-то там вокруг твоей точки последней, где ты был. Просто похеру. Либо они, блядь, видят за 3 километра. Показалось, наверное. Угу. Хуй вам за щеку, а не проход. Не, ну у меня, походу, только один сейчас вариант появился нормальный. То есть... Точнее, вариант, как минимум, лучше, чем то, что я делал в самом начале. Снимать с него очко, а дальше уж как получится. В смысле, если я тикать буду, у него очко восстановится. Это не работает, как вы думаете.
блядь, да... Ёбан, да ты хотя бы свались в бок, блядь, ебанько. О. Как это вообще можно, блядь, провернуть? Ну, подтянуло. О, господи, блядь. Он же, блядь, не скорпион, который тебя насквозь протыкает и к себе притягивает и сразу начинает бить, блядь. Тут дилей между притягиванием и выстрелом, сука, секунды три, нахуй. Секунды три, ты покурить, блядь, успеешь, пока он тебя выстрелит. Хули ты стоишь-то, долбоебина? Ну, а какой еще скорпион есть? Я других скорпионов, в принципе, не знаю. Ветер, наверное. Блять, ты чё, серьезно? Ты меня сквозь камень видишь? Серьезно, он меня сквозь камень видит. Ну, а этому, наверное, показалось. Нет, давайте вот ради рофла попробуем тикануть. Куда-нибудь, я хз. А может, у меня есть какие-нибудь леденцы говна? Давайте посмотрим. Пацаны, я, кажется, в говно превратился, если кто еще помнит этот бред. Ой, ты чё дергаешься-то, ёб твою мать? Блять, нет, ну тут же дилей, блять, километровый, сука, ты ёбаная, блять. Я не могу, как же хуёво прописан этот противник. Как же хуёво он прописан, блять, я не могу. Я просто, блядь, я в ахуе, сука, как же хуёво он прописан, блядь, этот захват ебаный. Как, блядь, как... Он же мне даже концентрацию, блядь, не ломает, ну ёбаный ты по голове. Как это, блядь, работает? Кто придумал вообще, блядь, этот удар? Ну, блядь, я... Ну, сделайте ему крюк скорпиона, и пусть он меня, блядь, на ствол свой притягивает. Я хотя бы понимал, блядь, почему меня, сука, так надамажило.
Причем у меня сейчас хп просто вот дохуя, я не знаю, вот просто посмотрите на эту полоску, блядь. Какая она. А вот вначале она была вот примерно вот такой вот. Вот такая вот была полосочка. То есть половина. При этом у меня сейчас, по-моему, ни одной бусинки вообще нету. Я нечаянно выскочил. Смотрите, он меня палит, блять, вот здесь. Сквозь скалу. Ой. Ой, долбоёб. Ой, долбоёб, ещё сильнее долбоёб. Всё, ГГ. Хочу бесполезно юзать эти... Блять, отпрыгивай, ебанько. Отпрыгивай, ебанько! Назад, назад. Как у него, блядь, как он машет этой хуйней быстрее, чем я катаной, блядь. Как ему, блядь, не... Как я ему выстрел, блядь, не сбиваю этим говном? Я же увернулся. Я же, блядь, увернулся. Игра. Алло. Можно я 4 врублю, пожалуйста, ребят? Я не могу. Я сейчас, блядь, реально я геймпад, блядь, нахуй разобью. Я, блядь, не могу просто. Это да, это не босс. Это просто средний, блядь, противник в игре, нахуй. Он даже, блядь, не парирует. Он просто, блядь, не парирует. Он сейчас не... Я, блядь, щелкаю, он не парирует, блядь. Что делать? Я хуй знает, блядь. От красного надо отскакивать. Остальные надо блокировать. Только от красного надо отскакивать. Нет, там просто блочить можно. Ну как блочить? Это называется в этой игре парирование.
похуй. О, у меня опять 3 леденца. Интересно, это работает. А, это леденцы из инвентаря. Нет, это не этот прием. Нет, не ногой, а когда он подтяжку делает. Все остальное херня. Вот самый опасный вот это, конечно, вот этот выстрел. Ну, тут это уже мои проблемы. Блять, блядь, пиздос! Откуда у этой параши урон-то такой, блядь? Откуда? Это ж, блядь, не ёбаный дракон, супер! И это, блядь, даже... Блядь, я не могу. Какой конченый делал эту игру. Блядь, я не знаю, ты чё, в Боши, что ли, блядь, переиграл? Миядзаки, сука, ну ты... Блять, ну ты делал игры под человеческой сложности, человеческой, блядь. Нормально прописанные. Я просто, блядь, в ахуе с этого дерьма. Я просто в ахуе, блядь. И я уперся в стену. Я не могу это пройти. Я сдаюсь. Это где-то, ну, часа на два, нахуй. Блять, делал же нормальные игры, что, блять, тобой стало? Нахуй ты этот стелс уебанский пропис? Блять, нахуй ты делаешь персонажей, которые, блять, не могут, сука, двухсекундного дилея, блять, куда-то, я не знаю, просто упасть. Блять, это даже не босс. Я, знаете, блять, реально не уверен, что я пройду эту игру. Я вам никаких гарантий не даю. Потому что это даже не босс. Вот у меня сейчас. И обязательно и будет уёбок, который скажет: просто, блядь, ты не умеешь. Типа надо как-то вот, блядь, через спортвыперт делать, и тогда ты сможешь его заваншотить. Угу, угу. Да мне просто интересно, это что же это такое не съел? Чем его можно заваншотить? Похуй. Просто вот неинтересно. Понимаете, вот эта вот хуйня, это ведь по сути кто? Это черный рыцарь. Это черный рыцарь из Dark Souls. Напомните мне, пожалуйста, сколько вот вы дрались с черными рыцарями, даже вот в первые разы. Сколько у вас времени на это уходило? Минут 10-15? Когда вы только-только начинали в Dark Souls играть. Ну, допустим, даже если в минут 30 вы убивали первого рыцаря. Это что за хуйня, блядь. А здесь похуй.
Самое охуительное то, что они не травятся. Это обычные люди, они в отраве стоят, им вообще похеру. Он там бегал в прошлый раз где-то минуты три. Но мне серьезно, мне просто, знаете что? Мне кажется, что я горю зазря по той причине, что я что-то не сделал. Я что-то не сделал такого, чтобы увеличить урон с катаны. Ну как, блять, вот по такому вот хую он без брони. Он просто в какой-то, блядь, накидке, я ему ударом катаны ничего не сношу. Я ему сношу пол кирпича. Ну, я верю, что его можно убить за минуту 46. Я верю. Я смотреть видос не буду, я верю. Верю, что там минут 46. Я даже знаю, как его убивают. А сейчас почему он меня не схватил? Ой. Бля, ой, вот эту я хуйню сам сделал. Я... Почему кнопка не сработала? Господи, блядь. Шок-контент. Бля, пиздец, я потею на каком-то сраном, блядь, среднем противнике, на как, блядь, на последнем боссе.
Что-то было написано про срывание брони. Там есть всякие приемчики, хуемчики, ниндзюцу, хуиндзюцу, это я все видел. Я даже, блядь, не в модельке был. Я, блядь, даже не в модельке был. Я это не смогу сделать, я знаю, о чем ты говоришь. Я это не смогу сделать. Я знаю, какие там зацепы. Но он меня спалит. У чувака получилось, меня он спалит, потому что, ну, видимо, разница в PC-версии. И что-то, блядь, хуй его знает вообще. Я знаю, о каком ты говоришь приеме. Я пробовал так сделать. Но, правда, еще на прошлом стриме самый адекватный вариант мне казался. Сейчас, да, блять, да похер вообще, как там я ему одно очко снимает, вообще не важно. Это вообще не важно, как ему снимается одно очко. Не имеет никакого смысла. Просто танчит? Чего, блять? Чего, блять? Ты серьезно? Так, а он на чем играет? Он на чем играет? Нет, он просто... Если это, блядь, Steam-версия, то это значит, что я просто проклят. Потому что этот хрен палит. Этот полет. Этот чувак у меня... Давайте я просто вот сейчас, просто чтобы было понятно. Я просто вот сейчас вот очередной раз просру и покажу то, что мне, у меня... Этот пролет сделать невозможно. Он палит этот пролет. Без каких-либо условий. Понимаете, просто мой мозг, вот он, который поиграл в нормальные игры, типа Dark Souls, любого, даже третьего, который играл в Bloodborne, он не может осознать то, что чувак с огромной палкой имеет большую скорость атаки, чем... я долбоёб. Чем катана. Я не могу, я не может, блядь, мой мозг, блядь, осознать этот ебанизм, блядь, этого разраба ебучего, блядь.
Просто, блядь, хуёвина гигантская, блядь, пушка, которая весит, блядь, 40 кило. Скорость, блядь, атаки. Вы представляете, если бы у Гая Деда из Dark Souls любого бы, блядь, вот это вот, вот, вот эта здоровенная залупа бы, вот он бы её вот так вот бы махал. Вот с такой вот скоростью, как катаны в этой игре. Вот представляете бы, кто-нибудь вообще в Dark Souls бы играл бы первый? О, блядь. Да, все поиграли с дубиной, вот что-то... Блять, как я ненавижу игры на реакцию, блять. Потому что игры на реакцию, их надо написать идеально. Они должны быть просто идеально, блять, прописаны. Просто с идеальными. Со всеми с этими, как их, хитбоксами и прочим. Они должны идти в частоте 240 FPS минимум, блять. Нельзя пока еще, блять, в наше время писать игры на реакцию. Просто, блять, нельзя. Хотя, конечно, Фурия, я честно скажу, Фурия в плане отзывчивости управления. Ну, помнишь, Пегас, я Фурии показывал вот эту вот игру, где я не мог убить первого босса? У меня к игре вообще никаких претензий нет. Вообще никаких, там все прописано идеально. Хитбоксы, тайминги, все, это просто я. Это просто я стрелял. Здесь, блядь, нихуя не у меня проблемы. Серьезно, если бы я знал, что эта игра вот настолько уебанская будет, если бы я там была бы какая-нибудь технодемка с одним таким врагом, я бы эту игру даже не покупал. Я бы реально, я бы сейчас Фури бы пытался пройти. Серьезно, ни одной претензии к Фури у меня нету. Серьезно? Серьезно. Ее хотя бы нормальный... Кто меня? Кто меня? Скучно это, потому что я в нее играть не умею. Но Фури нормальная игра, вот, блядь, серьезно. Я не прошел того босса, но у меня не было проблем с тем, что у меня персонаж не блочит. Или персонаж, блядь, там, не знаю, отскок не делает. Он все делал. Все, что я нажимал, он все делал. Там просто реально боссы жесткие достаточно. На том же месте стоял, да? Я... Блять, я сейчас геймпад метну в экран. Не пиши, блять, ничего в чате, я тебя прошу. Ничего, блять, в чате не пиши. Этот... Я не буду ничего объяснять. Пожалуйста, пожалуйста, ничего не говорите, блять, ничего не пишите. Я вас прошу, блять. Не заставляйте меня это делать.
Бля, я рад за тех, кто смог, кто может эту игру пройти. Я эту игру пройти не могу. Сорян, но у меня, блядь, ну, руки из жопы, блядь. Что угодно, я не знаю. Что угодно, блядь. Сука, ебаная, блядь, ёбаный рот, блядь, этой игры шатал, блядь. Ебучий, что там дальше, блять? Мини-босс, змеиный глаз, как хуяги, блять, убили. Далее, ядовитый пруд. А, ну мне надо вернуться, в идеале. У меня лимонадик. Сейчас бы, блять, 1:23 ебаться с врагом уровня черного рыцаря из первого Dark Souls. Какой бутылки? Какой бутылки? Ты о чем? Нет. Вы что, думали, в сказку попали? Эстус. Я сейчас, кстати, про Эстус не пошутил. Ядовитый пруд по всей локации собираем. Вот пока можете почитать. Ядовитый туру по всей локации собираем 3 магнитит, шарджер, да, у нас секрет. Возвращаемся в туннель, откуда пришли, сбоку найдем место, куда можно зацепиться, забираемся на боковую туннель, выйдем к вершине самой высокой статуи в пещере, лежит бусина отчеток. Да ладно. Извините, пожалуйста, у меня пипец как чешется подбородок. Вот. Бутылка, из которой я пью. Фляга с лекарством. Сделана из высшей тыквы с лекарством, восстанавливающий запас жизни. Короче, тыквенный сок. Я не понимаю просто. Ты о чем? У меня нет другой бутылки.
Есть масло. Я просто не понимаю. Серьезно. А! Ёпт. Да чай очередной. Ты думаешь, я что-то сейчас нормально соображаю, что ли, по-твоему? О, мартыха. Обезьянье вино. Обезьянье вино, которое лежало на чем-то трупе. Как интересно. А это, я так понимаю, тлеющее озеро из Dark Souls. Вот она. Ой, точнее, не она. Здравствуй, Илья. Ты очень не вовремя. А я все там же. Я про... Блин. Ладно. Я сделал хуйню. Суки. Ты бы знал, чем я занимался предыдущий час 20. Это было очень весело. Приятно. Вот она, бусинка, а чё так? Андрей так молчал все это время. Так. Около покосившейся статуи есть пещера вниз, залитая кровью. Спускаемся по ней в большом зале, забираемся на пару штук. На поверхность входа мужчины, который мы также видели два раза. В долине цепляемся за деревья, перелетаем на другую сторону, там установлен идол для сохранения. Господи. А, понятно. Андрей, у меня есть шанс убить последнего босса, скажи честно. Хоть какие-то. Не переломав себе все комплектующие компа. Мне просто кажется, нет. Я просто тут чекнул у обезьяны стражи 4 фазы. Каких-то, блядь, 4 фазы. Так. Нет, стоп. Здесь можно просто стоять. Точнее, идти. Нет, 4. Раз фаза 2 очка и 2 фаза 2 очка. 4 эта фаза называется. Ну, раз фаза 2 очка, 2 фаза 2 очка, это 4 суммарно, 2 плюс 2. По очкам считать нужно. Так, вот идол.
Так, у меня есть что-нибудь? Нет. Изучение навыков. Не знаю, зачем я это качаю, пусть будет. Нет, очки — это фазы. Считаем по полоскам ХП. Можно так, ну, потому что можно так чуваку, какому-нибудь противнику, 15 очков напилить. И сказать, что у него одна фаза, блядь. Так, тайный лес. Над долиной деревья со светящимися бабочками. Здесь нам мешают только боевые петухи. Боевые петухи. Нет, эта обезьяна, она будет вот в следующей главе. Я сейчас иду просто по гайду, чтобы у меня очко реально не порвалось. Безголовый. Ну я говорю, так можно, блядь, 15 очков напилить и сказать, что у босса одна фаза. Давайте я так сделаю, и вы мне будете договорить, что это одна фаза. Так, с какой-нибудь игре. Мини-босс безголовый. Нет, просто я сейчас на 7 главе, а по гайду к этой обезьяне нужно только в 8 идти. Шар воскрешения, мини-босс безголовый. Если пойдем вниз, туман, придется сразиться с безголовым и прочими мелкими призраками. Я не буду сражаться с безголовым, я не знаю, как его убивать. Еще иначе не будет тратиться. Награда благословенная. Забираем гандаш и идем. Забираемся, идем дальше, увидим монаха у золотой статуи. Поговорим с ним, за статуей лежит драже. На боковой островке легкий кошелек. Если упасть после этого дерева, после золотой статуи, внизу найдем леденец, это Ширику. И дальше по дереву около статуи. Внизу, значит, безголовый. Ну его нахер, у меня нет. А, у меня нет божественного конфетти. Ну все, это петух не пол ебало снимает. Я помню, кто-то жаловался во втором Dark Souls, дракон ваншотил. Который вот из души гигантов сидел в храме дракона. И все говорили, типа, бля, да что такое, хули он ваншотит, откуда у него такой урон лапкой-то своей. Я удивлен, что я петухам дамаг наношу, я серьезно. Я очень удивлен. Он мощи, миотоке но мичи осирю буттеки дату. Соча, мурабито тачи о хайчика. Мощи тобира га тодаса. Не знаете, что интересно? Я просто хочу попробовать. Я, правда, не уверен, что у меня получится это сделать. А, здесь нет этих настроек. Я хотел буквально там на пару минут включить какую-нибудь испанскую или итальянскую озвучку, тупо поржать. Как это будет звучать в этой игре? Серьезно, как я им урон наношу? Так. Меня убили петухи. Лучше бы они не слезали с своих турничков.
Серьезно. Вот настолько я просто сгорел. А, то есть это даже не бессмертные. Как-то читал историю про то, как какого-то пахана на зоне опустил петух. Ниже падать было некуда. Ой. Все три. Там все три прописаны. В игре четыре концовки? Шо? Концовки. После победы подходим к тяжело раненому Куро и выбираем, какой предмет ему предлагаем для излечения. Как получим дополнительный предмет, описано в конце 9 главы. Драконьи слезы, вечно цвет, ледяные слезы. Четвертой концовки нету. Секретное про то, что это все сон собаки? Но на плохую концовку эту игру я уже прошел. Странно, мне кажется, я куда-то не иду, не туда иду. Я сейчас должен уже драться с мини-боссом. По идее. Ой. Ой! Куда это я упал? Как я ему заблокировал эту атаку? Что он сказал? Гориди, а?
Чё это он так медленно бьет? Ой. Здрасте. Без конфетти драться с ним бесполезно, поэтому даже не буду пробовать. Но музыка, конечно, прикольная на нем играет. Вернусь-ка я, пожалуй, назад. Что мне сейчас с алкашом драться? Долго и упорно. Бля, Андрей, серьезно, ты не представляешь, насколько уебищно сделали управление с геймпада. Это просто пиздец. Это не описать. Ясен пень. Да я как ПК-боярин играю с дорогущего геймпада. Нет, я заметил, что удобно, но я просто привык, что в такие игры надо с геймпада играть. И вот, я не знаю, вот... У меня удар это вот эта кнопка, а использование инструмента это вот эта кнопка. И это, то есть их невозможно использовать по-человечески нормально, только если уебанским хватом вот таким вот брать, как некоторые держат ее особо ебанутые. На клаве я пробовал, тоже удобно, но что-то, блин, хочется с геймпада поиграть. Именно в эту игру. Кто там поет? А где здесь вход? Какого хрена? Ему просто было на меня плевать. Он вообще меня не видел. Ну, я так и понял. Правда? Ой, меня спалили. А куда здесь дальше прыгать?
Я же отсюда не допрыгну никак. Ой-о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 й. Что он сказал? Сирень? А я с такого же расстояния не достаю. Видимо, меч у меня очень короткий. Да я тоже уже охереваю сюда. Очень странно, что он второй раз не может оттолкнуться. Откройте. А то я вам сейчас дверь вынесу. С ноги. Не, ну ладно, здесь он действительно быстро ударил. Верю. Я все еще пытаюсь найти проход наверх. Да, у него реально катана длиннее. Можно мне такую же? Возможно, ей урон чуть побольше наносить буду. Я вот этот говномич заебал. Просто не дамажит. Нет, серьезно, как туда попасть? Я должен сейчас наткнуться на толстяка-пьяницу. Уже должен с ним вот драться сейчас.
Чуть сзади? Мне просто... Это единственное дерево, за которое я могу зацепиться. Кто-то умер. Кто там умер? От чего? Сгорела жопа. Ебать, я на скеле. Там это где? Здесь, что ли? Или вот здесь? А, вы что, возрождаетесь, что ли? Ой-ой-ой-ой. Перед храмом. А, все, понял. Я прям слышу, как летят эти стрелы. И попадают. Километра. Ой. А? Что? Это макаки в немецких касках Второй мировой. Проехали. Заметно. Да вы, блядь, рофлите. Да вы, блядь, рофлите. Как вы, сука, в меня стреляете, и меня ж там уже нет.
Они серьезно меня все еще ищут? Сука. Походу, на сегодня надо заканчивать. Это нормально для меня. Здравствуйте, Green Souls. А сейчас почему в меня никто не стреляет? А! Блять, это... Серьезно. Вот настолько я идиот. Ой! Нет, не трогай меня. Не трогай меня. Так, давайте еще раз вернемся. Господи, кто там рыгает так сильно? Мне аж страшно стало.
Обезьяна с пушкой, ничего необычного. Это нормально, что облако проходит сквозь скалу? Не, я помню, замечательный третий Dark Souls, там боссы в Тлеющем озере, точнее, враги в Тлеющем озере, которые сквозь стену толщиной в 5 метров пропускали ядовитый дым. Это, видимо, оттуда пошло. Я же вернулся. Или это не так работает? Мне нравится, как перед смертью мой персонаж лег поудобней. Нет, мне просто вот реально это понравилось. Он что-то, он не умер, а так вот. Вот так вот хорошо будет. И после этого появилась только надпись «Смерть». Как будто бы после того, как тебе превратят сердце и все остальные внутренние органы в кашу, после такого удара ты еще сможешь чем-то шевелить. Я к тому, что, скорее всего, разработчик подразумевал, типа, персонаж еще не умер, но это невозможно. Еще пару раз попробую, все на сегодня. Я сразу скажу, этот противник явно полегче, чем тот хуй, стреляющий. Ну просто хотя бы по той причине ты понимаешь, откуда у него такой урон. Так я фуловый был, вроде. Вроде. Я говорю вроде, я не уверен. Боевые мартышки.
А. Видимо, у меня... Ой! Сука! Ну, в принципе, неплохо. Но нужно как-то по сейвове на нем играть. Чуть-чуть. Да, не, нормально. Ну что, понимаете, вы путаете немножко. Знаете, что такое рейндж, пиздец? Это вот, когда вот это уёбище смрадное, блядь, которое убивал в начале стрима, брало меня в захват свой, блядь, когда у меня между его пушкой, блядь, для захвата, и мной было 50 сантиметров. Вот что такое рейндж, пиздец. А когда у... врага двухметровый елдак, и он бьет меня в радиусе 2 метра. Это не рейндж, пиздец, это нормально. Не путайте, ребят. Рейндж такой, какой должен быть. У такого противника. Честно сказать, я тут тоже не согласен, но он даже меньше его роста на самом деле. Куда все макаки ушли? Вот серьезно, к этому противнику у меня нет никаких претензий. Он большой, у него много хп. У него здоровенный илдак, у него большой урон. Типа, ну, как бы, до чего здесь доебываться? Быстрый, правда, чрезмерно для своего роста. Ёб твою мать. Да как я пропускаю-то такие удары очевидные? Что ж такое-то? Ой, плохо. Ой, хуёво. Thank you.
Блять, я... Все, ладно, на сегодня хватит, иначе сейчас, блять, опять... Я, блять, нажимаю блокирование, он не блокирует опять. Ну, но я честно скажу, враг элементарный, но я понимаю, что, блять, если это говно опять не хочет нажиматься, надо на сегодня заканчивать. Нет, серьезно, я не хочу сейчас опять. Если оно опять перестало работать, значит все. Хотя нет, знаете, все-таки хочу я его добить. Хочу, блядь, вот. Я понимаю, что я могу это сделать сейчас. Но... Блядь, пиздец нахуй. Просто пиздос. Как это заебало, блядь. Какое же отживчивое управление, я прям в шоке нахер. Как бы вот он бьет обычным размашистым ударом элементарнейшим. То есть как бы в чем может быть проблема? Я просто нажал как обычно кнопку блока. Как бы от этого удара мне не имело смысла прыгать. Было проще реально его заблочить. Но игра сказала нет, я блок ставить не буду. Куда мне жаловаться? В этот, как его... Профсоюз казуалов? Но я могу, конечно, себе немножко облегчить жизнь таким вот образом. Чуть-чуть, так сказать, облегчить себе жизнь. Блять, он опять не... Он что, не может блокировать, когда... А, ясно, он не может блокировать, когда отскакивает. Неплохо. Хорошо придумано.
Оба попили. Ой, пизда. Чё-то очко перекусило лом, но... Серьезно. Противник? Вот. Такой, какой должен быть. Каким должен был быть предыдущий урод. Какой этот урод. Но, блять, это управление. Это отзывчивость управления. Это просто, блять, я хуй его знает. Вот реально интересно посмотреть логи нажатий. Вот реально очень интересно. Хоть вешай вот эту, знаете, у спидранеров есть херня. Которые, типа, показывают, какие кнопки он жал, какие не жал. Вот мне очень интересно, блядь, посмотреть, это реально я, блядь, не нажимаю, или это что-то не так? Ну, год до следующего идола. Ох. Просто я боюсь... А, нет, у меня есть одно возрождение. Окей. А. Так, я бусинку получил. Сколько у меня бусинок? Должно быть 3. Где вообще эти бусинки находятся? Нет, серьезно, где эти бусинки? Ладно, потом посмотрю. Так. Справа от разрушенного дома обезьян хватаемся за дерево, поднимаемся все выше, берем кусок воска, там мы вернем предыдущую туманную локацию, но на ярус выше. Перепрыгиваем на толстую ветку с повешенным, с нее прыгаем на крышу дома, около яркого пятна есть разлом, пролазим туда, босс туманный вельможа. Это туманный... Да я просто думал, они где-то еще отдельно пишутся. Я знаю, что они у костра пишутся. Покатили, только сейчас дайте я хотя бы хилки восстановлю. Куда я пойду с этим хп на вельможу? Бабка тоже изи, я ее час 20 убивал. Чуть-чуть, блядь, себе монитор не разбил. Так, одну секунду. Сейчас я вернусь. Я вообще в правильном направлении иду. Этот проход на вельможу, он за жирнищем. Если когда-нибудь Миядзаки сделает Dark Souls про средневековую Россию, то да. В этой игре будут боевые гуси. Нет, серьезно, представь себе Dark Souls в России. Угу.
Нет, серьезно, я бы посмотрел на игру Миядзаки про Россию в 1612 года во время разгара смуты. И сражаться будем с лешами, короче. Вместо безголового будет с какой-нибудь лешей. Андрей, ты-то чё с ума сходишь опять? Мне кажется, здравая идея. Будем, короче, вот так вот прыгать по стенам какого-нибудь Кремля. Одним из боссов будет избушка на курьих ножках. Баба-яга. И все это в антураже Dark Souls. Так, нет. Нет, значит, чуть ниже. Как вариант. Перепрыгиваем на толстую ветку с поверхности, с нее прыгаем на крышу дома. Около яркого пятна есть разлом, пролазим туда. А. Ты что, блядь, за... Ты что, из Bloodborne сбежал, уродец? Правда? Секунду. Петелька. Это босс? Стоп, это реально босс? О, посмотрите, посмотрите на то, как проработан этот туман. Вы просто посмотрите вот на столб справа. Что с ним сейчас происходило? Леденец из храма Сэмпа, наделенный благословением Якшинар. Половину снижает максимальный запас жизни и концентрации, но при этом сильно повышает урон вражеской жизни и концентрации. Раскусив такой леденец и встав в стойку Яшикуру, воин получает благословение духа обитателей храма Сэмпо. Передавались эти леденцы за пожертвование, чтобы собрать деньги на свои исследования. Андрей, вопрос на миллион. Вот этот леденец, он складывается с леденцом Ану, который тоже усиливает атаку? Или нет? А почему мне не дали воспоминания? Какого хрена? Это тогда получается не босс, если мне не дали воспоминаний. Так. Чё? Нет, нет никаких воспоминаний. Или ты про леденец? А, ладно, не важно. Логично, да. Внутри здания вот эта награда, кусок тупной же леденец. Дом разрушился, туман пропал. Там, где стояли два фонаря, теперь появился проход между скалами. Идем туда, берем дрожжи, пускаемся ниже, бла-бла-бла-бла-бла. Сам внизу идол для сохранения. Вот на этом идоле на сегодня и закончим.
Бля, как сразу прозрачно это стало. Хорошо. Я такое ощущение, что я здесь был. А, вон он. О, там еще торгаш. Интересно, что у него есть. Надо сразу чекнуть. Изучение навыков. Что мне за навык доступно? Дает пассивный навык дыхания жизни. А чё я его не вкачал-то раньше-то? Я чё, долбою? А, ну да, что я спрашиваю? Дурацкий вопрос. Так, да, я хотел посмотреть, сколько у меня бусинок. Да, 3 из 4, как я и хотел. Здравствуйте. Ёб твою мать, это что такое? Сопротивление страху, как интересно. Тяжелый кошелек. Большой кошелек. Твердый металл. Драгоценная чешуя всего за 500. Кстати, я забыл, тут у персонажей все еще губы не двигаются во время диалогов. А, ладно, не важно. Так, ладно, вот теперь точно Alt F4. Пережили. Геймпад мой пережил этот стрим. Я его всего один раз побил. Ой. И удалить игру нахуй. Но это потом, это после последнего босса. Я ее прям вот, я на стриме включу Steam и прям вот церемониально, блять, под музыку из Деревни Дураков нажму правой кнопкой мыши удалить нахуй. Но после прохождения. Всем спасибо, что смотрели. Завтра будет еще один стрим. А потом уже надо будет поработать. Всем пока.